Почему у томатов скручиваются листья? Это возможно из-за смены температуры, слишком низкая или высокая. Понижением ночной температуры до 6 градусов. В этом случае можно попробовать подкормить калийным удобрением, которое повышает устойчивость к погоде. Также желательно не допускать подъема температуры выше 35 градусов. Если такое случилось, попробовать опрыскивать посадки карбамидным раствором. Желательно открывать всегда двери, окна, сделать забеливание кровли мелом, зашторить специальной тканью.